Всех приветствую на своем канале. Сегодня мы будем готовить оладьи на молоке. Это очень легкий и быстрый рецепт. Итак, что нам пригодится? Это мука, 3 стакана. Стакан я брала вот такой вот стеклянный. Он примерно 220 миллилитров. Также молоко, 3 стакана, 2 яйца, сода, здесь 1 чайная ложка в пакетике, и 5 столовых ложек сахара. Но если вы не любите сладкие оладьи, то можете положить поменьше сахара. Итак, начнем приготовление. Берем миску, разбиваем 2 яйца, добавляем сахар, и слегка взбиваем венчиком. Теперь мы добавляем теплое молоко. Муку. Муку насыпаем понемногу и перемешиваем, чтобы не было комочков. Добавим соду. Наше тесто готово. Теперь разогреваем сковороду и будем выпекать наши оладьи. Налили масло на сковороду и начинаем обжаривать наши оладьи. Так, посмотрим. Один уже оладушек готов. Готов второй. Тесто получается хорошим, не прилипает к сковороде. Очень мне понравилось такое тесто оладушек. Так, этот у нас тоже уже оладушек готов. Эти два что-то у меня соединились тут, подружились.
так и продолжаем выпекать. Наши оладушки. Вот наши оладьи готовы. Вот получается целая такая большая тарелка. Очень вкусные, сладкие. Если, как я, положите сахар. Пробуйте тоже приготовить. Всем приятного аппетита! Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. Также нажимайте колокольчик, чтобы быть в курсе моих новых видео. Всем спасибо за внимание и всем пока!